Это комплекс по производству всех видов взрывателей для всех видов боеприпасов. Взрыватель – это очень сложное в технологическом плане. Это в плане изготовления точности комплектующих, сборки, плюс опасности самого производства. Поэтому это очень важное событие сегодня, которое мы дарим к Новому году всей Украине. Почему? Потому что за всю историю существования производственных мощностей Украины, Украина не произвела ни одного вида взрывателя. Ни одного. За исключением взрывателей, которые мы еще осваивали ПИМы для высокоточных, это 2001 год. Мы сейчас говорим о взрывателях для артиллерийских боеприпасов. Сегодня прошли первые испытания взрывателя В-429Е, который применяется для нашего танка вооружения и артиллерийских систем. Испытания прошли удачно. Сегодня украинская армия испытывает большую потребность в том, что большая часть боеприпасов взрывателей находится за межами сроков технической пригодности. Больше половины взрывателей и снарядов подлежат обновлению. Боезапасы необходимо пополнять. Мы очень рассчитываем на то, что Министерство обороны в рамках государственного оборонного заказа будет размещать заказы на этом производстве. Почти все взрыватели, почти все средства инициирования, которые сегодня на арсеналах, складах, базах и войсках, требуют замены. Я считаю, что Укроборонпром, руководство Оборонпрома поставило еще одну запятую в создании цикла производства боеприпасов. И я уверен, что пройдет еще несколько лет, мы поставим точку. Мы будем полностью выпускать боеприпасы украинские, конкурентоспособные, а самое главное, эффективные для использования и применения его в украинской армии. Рік тому державою було прийнято політичне рішення щодо вкладення коштів державних в реновацію підприємства «Імпульс». І саме завдяки зусиллям трудового колективу і керівництва «Імпульс» вдалося реалізувати на 100% цю програму. Я дуже радий тому, що маю можливість бути свідком того, як це починалося, і наразі завершено в ефективний комплекс, який зараз ми маємо. Дійсно унікальний. І з боку РНБО, такого координуючого органу в галузі безпеки України, ми створимо всі необхідні умови для того, щоб підприємство розвивалося, отримувало нові замовлення, оскільки дійсно та продукція, яка зараз може випускатися імпульсом, є унікальною і придатною для використання не тільки в Україні, але й за кордоном, тому що це світова якість обробки матеріалів, світова якість виробів, які будуть тут вироблятися.